26 июля в районном центре культуры и досуга состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Ленинского района Валерия Венцеля. Принимая присягу, Валерий Венцель сказал: «Вступая в должность главы Ленинского муниципального района, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Московской области, устав Ленинского муниципального района, уважать и защищать права, свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского муниципального района Московской области». Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил Валерию Венцелю, который до этого был председателем Совета депутатов Ленинского района, принять участие в конкурсе на должность главы муниципалитета. 11 июля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района, в ходе которого рассмотрели вопрос об избрании главы района. По итогам голосования депутатов на этот пост был избран Валерий Венцель. Подробнее о том, как прошла церемония, мы расскажем вам завтра, 27 июля, в 20:00 в выпуске новостей.